Всем привет! Вы на канале «Семья Фетистовых». Сейчас собралась пить кофе и к чаю достала абрикосики. Брали недавно абрикосы, просто на поесть. Я никакие компоты, ничего не делала. И уже начали портиться. Я обрезала все плохое, на кусочки нарезала. Часть перекрутила на блендере с сахаром, а основную массу оставила именно кусочками. И все это положила кусочки, залила перекрученной массой с сахаром. Причем сахара чуть-чуть, либо меда можно было добавить. Чисто, чтобы сладенько было, не кислым. И все. Можно в таком виде замораживать. Я вот в морозилку положила, просто что сахара мало, и в холодильнике оно могло испортиться. Можно оставлять на зиму в контейнерах, а можно просто вот есть сейчас. Мы скушаем сейчас с чаем. Вообще я таким образом ягоду многую заготавливаю. Ту же вишню отделяла от косточек и часть с сахаром, часть целую заливала. Так намного вкуснее, чем целиком перекручивать. Вот такой небольшой советик. Все, всем пока!